Мероприятие в рамках зимней спартакиады допризывной молодежи проходит в Ленинском районе. В свободное от учебы время старшеклассники-юноши показывают свой уровень подготовки к службе в армии. Подтянуться и пробежать этого мало. Школьники, к примеру, должны на ощупь знать все нюансы сборки автомата Калашникова. Собираю автомат и вставляю затвор в затворную раму. Потом будет возвратный механизм и, собственно, крышка ствольной коробки. Автомат Влад Москаленко разбирает за 10 секунд. Собирает в 3 раза дольше. В прошлом году его личный рекорд 28 секунд стал лучшим среди допризывников Ленинского района. Десятиклассник сегодня возглавляет школьный военно-патриотический клуб «Патриоты России». Планирует быть офицером, собирается поступать в Санкт-Петербургский военный институт и, конечно, планирует службу в армии. Мне это самому интересно. Я вообще собираюсь пойти служить в армию, как в своей профессии. Ну и мне это с детства интересно. Здравствуйте, товарищи юнармейцы! Здравия желаю, товарищ главный судья! Главный судья строевой подготовки говорит, что за последние годы ребята показывают новый уровень. Приходят подготовленные. Подтягивания на перекладине, стрельба из пневматического оружия, бег на лыжах, везде показатели лучше. И даже на сборы стали приходить в форме. Стимулируют будущих защитников, в том числе и строгостями положения допризывной спартакиады. Когда дети, как говорится, приехали на один из этапов и все по-старому, но получили все нали, то стимуляция, как говорится, прошла в этом плане. И уже на следующую игру они уже приезжают подготовленными по форме и так далее. Ярче солнечного дня, золотом горят